Давайте на прикладі величезного бамболею, що розігралося на наших інтернет-широтах після того, як апеляційний суд виніс остаточний вирок Сергію Вістернаку, хоча він не остаточний, ще касація, але бамболею було. Суд отменил 7-летний приговор праворадикалу Сергею Стерненко, который он получил 23 февраля в этом году за разбой, похищение и пытки человека. И вот сегодня, буквально недавно, этот приговор отменили. Хотя и признали, что все-таки да, похищения были, и это все сопровождалось пытками. Сегодняшнее решение апелляционного суда – это трусость власти и заигрывание с праворадикалами и улицей. По сути, апелляционный суд сделал плевок в адрес обвинения, в адрес прокуратуры. Например, Макс Бужанский пишет: «Не совсем понимаю, зачем нам с сегодняшнего дня полиция. Ну что плохого, если кто-то кого-то похитил, пытал, ограбил или убил?» То есть, если тебя пытают, пальцы тебе ломают за 300 гривен, то это не считается. Ну, короче, в Украине всегда так, да? Год дают. То, что вижу я сейчас, ну, для меня точно не является правосудием. Человек, которого обвиняют в том, что был выкраден другой человек, его пытали, и вдруг речь идет о каком-то термине давности. Ведущая первого независимого Диана Панченко пишет: вместо семьи Стерненко получил 1 год условно за хранение патрона, за пытки, разбой, похищение человека в нашей стране не наказывают. Чего еще ждать от государства, в котором президент хвастается, что переписывается с подозреваемыми? Обществу посланы два сигнала, да? Похищение человека в Украине не наказуемо. Журналист Дмитрий Василец уверен, что решение Стерненко поощрит подобные преступления в будущем. Если подобные люди будут ходить на воле, в нашей стране никогда не будет порядка. Пані Гриб, и это самая серьезная проблема. Так. Ви правильно цитуєте Радіо Свобода. Так, праворадикала випустили. Праворадикал вийшов на свободу. Український суд оправдав праворадикала. Але насправді бамболея на цьому не закінчувалась. Там були ще історії про те, що насправді це все Сорос. Отличные кадры, как раз там это самое, Супрун сидела, представительница, говорится, внешнего управления и так далее, это самое, обнимались, целовались. Почему его так тянут и не сдают? Вопрос очень простой. Если его сажают в тюрьму, условно говоря, там на 5-7 лет, он же сразу сдаст, кто финансировал, кто вербовал, кто давал задания, в целях каких он работал против и нарушал законы и против еще законодательства. И вот еще. Не хочет внешнее управление создавать прецеденты о том, что они сдают своих. Вот и все. Зовнішнє управління тут теж спрацювало, і навіть виліз Дубінський. Я не знаю, де він був останні місяці, можливо, десь у якомусь запої, але вийшов і тепер розповідає нам правду. Навіщо взагалі була справа Стерненка, що нас відволікають? В моєму розумінні, те, що ми зараз з вами побачили по ділу Стерненка, потрібно всього лише для того, щоб ми його обговорювали. От оно должно было появиться, это событие, ну оно, да, чтобы мы не обсуждали с вами тарифы и почему люди, которые обеспечивают украинскую экономику деньгами и валютой, не влияют на экономическую повестку власти, лишены этой возможности. Вы вместо этого обсуждаете дело Стерненко. Вы вместо этого говорите про что угодно, про закон про олигархов, про день вышиванки, про какие-нибудь истории, которые вообще нас не касаются. День вышиванки и, ну, одним словом, Стерненком просто відволікають увагу. З іншого боку, у нас є історія, ми її не будемо вже показувати, про те, що Шарій розповідає, що справа проти нього просто відволікають від всіх увагу, а насправді, ну, з'явилося декілька повідомлень останніми днями і стосовно того, що він не персона нон грата, і стосовно того, що у нього є якісь рахунки, на які якісь росіяни переводили йому по 670 тисяч євро.